что сегодня официально еду становиться на учет по беременности в женскую консультацию. Волнительно только тот момент, что я иду в бесплатную поликлинику, в которой не была уже хрен знает сколько лет. Вот. Еще не хотелось бы опаздывать. Да. Сейчас погода такая прям тепленькая. Ага, тепленькая. От силы 1 градус тепла или 0, ветер леденючий. А сегодня должно быть минус 1 или минус 2 днем. Похолодает. И обещали, что слегка будет сыпать снежочек. Господи, я так жду снега. Андрей вчера сказал, что он особо не ждет, а я жду. Вот я прям хочу снежочек, хочу эту красоту, хочу выйти чистить машину от снега. Андрей сказал, что он совсем не хочет, значит, буду чистить я. Да, ну мы сейчас поедем в больницу, потом поедем на работу. Сначала покушаем, потом на работу и покажем вам наши рабочие моменты. Всем привет. Приехали мы на работу. Сейчас я вам покажу наши образцы, что сегодня буду делать. И на шейницах. Здесь у нас еще лежат колеса. Нужно будет их сейчас разложить где-нибудь. Здесь мы специально делаем... повесили импровизированные шторы с подхватом. Здесь у нас дизайнер учится подхватывать шторы. Наши образцы тоже сегодня буду все разбирать. То есть тут, конечно, хлама у нас много. Сегодня все это разберу. Все будет красиво. Стол весь закидан. Также у нас обеденная зона, где девчата кушают. Здесь мы записываем наше видео в этой комнате. Бархат тут повесили. Красивый. Сейчас пойду вам цех покажу.
Друзья, всем привет! Сегодня мой день начинается со съемки. Я сейчас еду на работу за видеооператором, потом мы едем вместе на нашу съемку. Сегодня первый день работы нашего оператора, буду его учить, показывать. Наконец я освобожу себя от этой функции, потому что на это реально много уходит времени. Снимать рабочие моменты, а нужно это делегировать и больше, ну, как уйти именно в развитие в работе. Еще мы хотим филиал открывать, и надо нам много людей в разных направлениях. А сейчас я приехал на мойку. На мойку самообслуживания. Сейчас 7 утра как раз. Одна машина, только такси стоит, моется. Сейчас как раз машину помою. Она уже вся грязная. И завтра уже у нас в Москве пойдет снег. Да. И потом на работу. Все вам покажу. Сегодня классная съемка будет. Римской шторы. А еще сегодня нужно уже принять решение по поводу выбор автоподборщика компании, точнее, хотим мы купить Бэху шестерку X6, BMW X6, и сам я ее выбирать смогу, и как бы сам выбрать, но я лучше доверю специалистам, заплачу им, потому что у них есть компьютер, у них есть устройство, которое там проверяет краску. Я не хочу покупать, ну, тратить деньги, заморачиваться, покупать компьютер, который они пробивают, компьютер-машину, то есть в это углубляться, времени нет. Когда я покупал обычную бушную машину вот для работы, там, Kia, Renault, там можно саму выбрать, там ничего там, ну, сложного ничего нету, бюджетный автомобиль можно самому выбрать. А вот который дорогой автомобиль за 2 миллиона, там, конечно, уже нужно обращаться к людям, к специалистам, чтобы они подобрали все это, грамотно сделали. Но вот сейчас, сегодня будут тоже этот вопрос решать, сегодня-завтра, и уже буду договор с ними заключать, и уже будут искать автомобиль. Так что как-то так. Ну, я вот подъехал на мойку, как уже говорил, вот туда машина стоит, один бокс, как всегда, не работает. Это всегда такая здесь проблема. Пока еще снег не выпал, можно сюда ездить. А когда снег выпадает, где вот красный этот стоит купол, там огромные потом ледяные горы из снега, льда. И там уже невозможно заехать, постоянно прошкрябываешь дно машины. То есть вот так себе, короче, мойка. Находится в Москве, вот такие вот в Москве мойки. Вы, наверное, обалдеете. Я тоже, когда увидел ее в первый раз, обалдел. Сейчас ближе сделаю. То есть такая прям древняя, черти как сделанная, из каких-то там балок, железяк. Ну, ужас, в общем. Вот такие вот в Москве бывают мойки самообслуживания. Это, кстати, самая ужасная мойка. Вот из всех, где я только видел, это вот самая ужасная. Не знаю, может, ну, кто-то, наверное, частник какой-то сделал. И вот в этой будке мужик живет, ну, или спит, я не знаю, и он за ней следит. И тут же шиномонтаж такой вот, не знаю, видно, нет. Такое все древнее, как в 90-х, блин. Или 80-х, все такое раздолбанное.